Здравствуйте, друзья! Приветствую всех, кто смотрит мои видео на моем канале. Я хотел бы сегодня поздравить вас с Международным днем художника, поскольку сегодня 8 декабря, а это день художника. И хотел бы вам пожелать успехов в вашем творчестве, успехов в рисовании. Поскольку вы смотрите видео на моем канале, значит, вы хотите повысить свои навыки рисования. Поэтому хотелось бы вам пожелать, чтобы вы постоянно видели свой прогресс, чтобы все ваши замыслы, все, что вы задумали в творчестве, все исполнялось, чтобы вы получали радость от этого. Но и поскольку сегодня праздник, я хотел бы вам сделать подарок. Я хотел бы вам предложить, если у вас есть желание приобрести один или несколько видеокурсов у меня на моем сайте, чтобы повысить свою квалификацию, да, как художник, то вы можете это сделать. Переходите по ссылке ниже и вы можете заказать по хорошей скидке один из моих видеокурсов. Кстати, хочу напомнить, что недавно вышла целая серия видеокурсов по рисованию человека, как нарисовать человека. Это и анатомия человека, это тело человека, это обнаженная натура, это также портрет. Поэтому переходите и ознакомьтесь с моим предложением. Вот, поэтому рисуйте больше, делайте успехи. И пускай ваше творчество приносит вам радость.